Начнем, собственно, с ресторатора. Это единственная персона, чей лук мы разберем полностью. На самом батле в кадре его можно рассмотреть только по пояс. Но нам на помощь приходит фото, сделанное в день батла. Итак, начнем с футболки. Это очень эксклюзивная футболка. Дизайнер – чувак под псевдонимом Кэс. Участник знаменитого питерского объединения АВГ, который сейчас отбывает тюремный срок. В тюрьме он и выпустил эту коллекцию. Коллекция лимитированная, купить можно только в одном магазине. Стоимость 15 тысяч рублей. Ресторатору, разумеется, эта футболка досталась бесплатно. Идем дальше. Джоггеры Champion стоимостью 2690 рублей. Носки Rip & Dip стоимостью $12 или 720 рублей. И у нас остались лишь кроссовки. Это Jordan Fly стоимостью 8090 рублей. Однако на самом батле на ресторатере была еще фирменная кепка Versus стоимостью 1400 рублей. Итого суммарная стоимость лука 27 900 рублей. Едем дальше. Разберем одежду непосредственно самих Battle MC. Оксимирон. На предбатловом интервью на нем одет бомбер Sick June стоимостью 89 евро или 6342 рубля. Ну а на самом батле рубашка Selected Home стоимостью 3799 рублей. К сожалению, тут мы можем анализировать только что в поле нашего зрения, а видим мы всех людей на батле только по пояс. Едем дальше, гнойный. Тут все очень просто. Очки Gucci стоимостью 26 600 рублей, которые, кстати, в итоге достались Хованскому. И свитшот из новой коллекции мерча Anti-Hype стоимостью 2200 рублей. Кстати, собственный мерч активно продвигался зрителями батла. Например, футболка Дэна Чейни рвать на битах стоимостью 1200 рублей. На Эльдаре Джарахове можно заметить бейсболку Блокеры стоимостью 1400 рублей. Также худи Fallen MC и Замая Anti-Social Anti-Hype. А также кепка Замая Anti-Hype. Стоимость кепки, как вы видите, 1000 рублей, худи 3000 рублей. Разберем еще некоторых зрителей. Джонни Рудбой. Очки из капсульной коллекции арт-коллектива Silent стоимостью $119 или 7180 рублей. И футболка того же бренда. Точь-в-точь такой же мы не нашли, но стоимость каждой $25 или 1500 рублей. Также можно разглядеть футболку Букера. Это футболка Враг Металла от питерского бренда Черное Молоко стоимостью 1200 рублей. Это все персонажи, чью одежду нам удалось разглядеть. Пишите в комментариях, на кого нам сделать обзор. Кого в комментариях будете больше всего просить, про того сразу же начинаем делать ролик. В прошлом выпуске этой рубрики в комментариях победил Егор Крид. Ролик про него уже готов. Как только под этим видео соберется 5000 лайков, мы сразу же выкладываем этот видос. Всем пока!